Роберт Чалдини – профессор социальной психологии, возглавляет отделение психологии университета в штате Аризона. О его книге, ставшей мировым бестселлером «Психология влияния», расскажет художник Антон Климов. Книга рассказывает нам о особенностях взаимодействия между людьми. Автор сообщает о фундаментальных принципах, которые лежат в основе человеческого поведения. Также говорится о том, что многие решения мы принимаем автоматически, то есть не анализируем всю ситуацию целиком, а используем лишь некоторые ориентиры. Это нам позволяет экономить ресурсы, с одной стороны, но с другой стороны, это может стать возможностью для различных хитрецов заставить нас действовать в чужих интересах. Каждая глава в этой книге рассказывает о способах влияния, основанных на отдельно взятом принципе человеческого поведения и о том, как от этих уловок можно защититься. Приведено много примеров из жизни автора и также его читателей. В конце книги делается вывод о том, что в современном мире, переполненном информацией, автоматическое принятие решений становится неизбежным. Но на самом деле это не так уж страшно, потому что орудия влияния становятся опасными только тогда, когда их искусственно фабрикуют в каких-то корыстных целях. Книга интересна тем, что на самом деле это научный труд, но он написан понятным простым языком, доступным рядовому читателю. И поэтому работа получилась интересной и занимательной. В конце каждой главы приводится вывод и небольшой список вопросов. Это помогает лучше проанализировать и запомнить прочитанное. Многие высказывания подкрепляются описаниями различных психологических экспериментов и наблюдений. Пример одного из таких исследований я, пожалуй, процитирую. Исследование, проведенное двумя известными канадскими психологами Нокс и Инкер в 1968 году, выявило интересный факт. Люди, пришедшие на ипподром, становились гораздо более уверенными в победе выбранной ими лошади после того, как ставки были сделаны. Казалось бы, шансы данной лошади не меняются. Это та же самая лошадь, в том же самом заезде, на том же поле. Однако в сознании держащих пари людей перспективы ее значительно увеличиваются после того, как на нее сделана ставка. Это заставило меня задуматься о том, как сильно люди склонны обманывать сами себя. Получается, в таком свете наш выбор выглядит как какая-то случайность. Неизвестно, что нас заставило поступить именно так, но мы сделаем все возможное, чтобы оправдать это. То есть, получается, относительно какого-либо решения можно бесконечно спорить, и в определенных пределах каждый прав и не прав одновременно. Также я стал больше обращать внимание на структуру сообщений из рассылок различных интернет-магазинов. Стал подмечать, какие приемы пытались применить авторы той или иной рекламной записи. Такие же вещи проскакивают иногда и на радио. Вот, например, недавно ведущий одной из радиостанций рекламировал какую-то присадку в топливо. Делал он это регулярно, и он рассказывал о своих впечатлениях от использования такого бензина. То есть, получается, хитрость этого хода заключается в том, что он не просто рекламирует какой-то новый вид горючки, он как бы аргументирует свой выбор, и теперь вроде бы несет за нее, за этот выбор, личную ответственность. Скорее всего, такая рекламная кампания поменяла представление этого человека о себе, и после ее окончания он наверняка так и будет заправляться этим топливом и советовать его своим друзьям и знакомым. Еще один пример подобных маркетинговых технологий я увидел в интернете. Там был видеоролик, где сравнивались новые модели электромотоциклов. Говорилось, что это предсерийные образцы, и зрители просили в комментариях предложить даже для них название. То есть, таким образом, как бы привлекая потенциальных покупателей к разработке мототехники, пусть даже настолько поверхностно, маркетологи планировали повысить интерес к своей продукции, соответственно, повысить продажи. Читая эту книгу, читая различные примеры из истории или выводы из различных экспериментов, порой даже ужасаешься. Но в основном я испытывал удивление и интерес, какой ощущаешь, когда совершаешь какое-то новое открытие. Ах, вот как это работает, то дело звучало в моей голове. В аннотации сказано, что книга предназначена для социальных психологов. Но почитать ее будет интересно и политикам, и менеджерам, и дипломатам, и вообще всем тем, кому по роду деятельности нужно убеждать, оказывать влияние и так далее. То есть, ну, книжку я вообще рекомендую к прочтению всем. Полезный материал поможет, если что, и защититься, или наоборот, как-то продвинуть свое дело. Зачастую мы полагаем, что ведем себя в предполагаемой ситуации правильно, если видим, что другие ведут себя подобным образом. Роберт Чалдини, «Психология влияния». Рекомендую.